Олексію, ви чи не єдиний з російських ведучих, хто працював час від часу на українському телебаченні, вирішили для себе, що ви відмовитеся від роботи на телебаченні російському і залишитеся жити в Україні. Після анексії Криму зараз як складаються стосунки з батьками, з рідними, з друзями, які залишилися жити у вас на батьківщині? Кать, родні на то і родні, щоб прийняти і підтримати мене. Іменно це дозволило зберегти наші відносини. После того, как я принял для себя это решение уехать из России, остаться без своей родины, но это не значит, что я ее перестал любить. Чи були серйозні розмови під час того, коли ви ще були ведучим новин на російському телебаченні? Яким чином і хто поставив питання про те, що ви маєте обирати? Откладывать решение этого вопроса было уже невозможно. Ни в одном своем эфире, ни в одном своем выпуске новостей я не произнес слово фашисты, националисты, что там еще было, хунта была, да? Я никогда не считал присоединение Крыма присоединением. Для меня это аннексия. Равно как очевидно для меня и то, что Россия причастна к тому преступлению, которое сейчас происходит на востоке Украины. Вы сейчас ездите до России? Я езжу, почему? Потому что у меня до сих пор там 2 кредита. И раз в месяц я летаю туда гасить этот кредит в 2 банках. Кладу денежки, значит, опять в Аэроэкспресс и в аэропорт. И улетаю. Улетаю, либо опять возвращаюсь в Киев, либо улетаю навестить свою квартиру в Юрмале. Чи пропонували вам прийняти українське громадянство і відмовитися від російського? Я очень уважаю украинцев, я очень уважаю Украину, я уважаю традиции Украины. Но знаете, происходящее на своей родине – это еще не повод отказаться от своей страны. Это ведь не костюм, который можно сменить только из-за того, что какие-то не очень умные люди попортили тебе этот костюм.